Привет всем на моем канале, меня зовут Деркачук Руслан. Сегодня, как вы видите, то есть новый проект, но этот проект делал не я, а уже, в принципе, как вы многие и видели этот проект уже на канале YouTube, это Алексей, канал Техдор. Вот, он сделал этот проект, ну, а у меня просто был клиент, который просто именно очень хотел этот стол, попросил, чтобы я его выполнил. Соответственно, то есть как бы купил я чертежи у Алексея и сделал уже в своем исполнении здесь у нас в Украине этот стол. Вот. Как бы стол очень классный, то есть раскладной, мне самому очень нравится этот проект, поэтому внизу в описании я дам ссылочку на канал Техдора и канал Александра, который заказал этот стол. Это канал идет Зюки Бобры. Наверное, многие тоже этот канал как бы знают, а если не знают, приходите, посмотрите, вот, и, конечно же, подписывайтесь на его канал. Вот, так что, в принципе, в целом, что хотел сказать, как бы я не стал там делать что-то, повторять или копировать, как бы, вот, но и внести какую-нибудь, то есть, там, копеечку для Алексея за его чертежи, и, в принципе, думаю, что это нормально, по отношению, то есть, к людям, мастерам, которые трудятся и чертят чертежи и продают их в интернете, вот, что стоит просто зайти и купить, а не искать где-то их там на бесплатных, то есть, сайтах, где их там раздают просто так. Потому что человек потратил на это время, и я считаю, что все-таки есть и труд, вот, вложил туда. Ну, нас стоит, как бы, такие вещи просто, они стоят не так уже и много, вот, ну, купив, то есть, поблагодарить человека за его труд. Вот. В целом, как бы, по столу очень, как бы, он, сами видите, большой. Плюс его в том, что он раскладывается. Вот, можно его где-то подвинуть под стеночку. Внизу есть шухляды, внизу есть полка для инструмента. И недавно, если кто смотрит и следит за каналом Техдор, то он уже сделал этот стол в металле. Вот. Я больше люблю, конечно, делать работу с деревом, с фанерой, то есть это, как бы, хотя есть возможность и с металлом тоже работать. Но это уже, как бы, не важно. Я люблю просто дерево. Вот. В принципе, здесь стол по обзору, я там, как бы, не знаю, что там даже толком вам что добавить. Понятно, что здесь система 32 идет, между отверстиями идет 96 миллиметров, то есть она подходит под фестул, вот, и, соответственно, к этому верстаку, конечно, можно много еще, то есть, добавить и сделать. Поэтому, в принципе, вот такое. Буду ли я их делать дальше под заказ? Да, буду, будет ссылка в описании, то есть на фотографии, цена и все остальное. В целом, сам проект очень хороший и удобный, то есть, как бы, высота его, видите, да, и я показывал, то есть, при видео, какая, то есть, у него высота там 1920, по-моему, миллиметров, по проекту точно не помню. Кто может, конечно, исполнить, можете сделать, повторить, и чертежи есть, можно купить их. Кто не может, можете просто позвонить мне и заказать. Всем пока, с вами был Руслан, до встречи.